слава богу, она не парализована, она может, ну, там, пальцами пошевелить, ногами пошевелить, там, слегка головой что-то сделать, движение. Она не может говорить, у нее не ворочается язык, у нее раздроблены все челюсти, то есть их надо собирать. И насколько я знаю, что даже если ей сделают челюсти, да, все хорошо будет. При прекрасном стечении обстоятельств она как минимум 3 месяца не сможет кушать самостоятельно. Это если все будет хорошо. Откликнулись на просьбу поучаствовать. На самом деле очень много коллективов, очень много людей, но мы решили не затягивать концерт, поэтому сегодня будет выступать студия танца «Трафик», студия современного танца «Данскрафт», школа восточного танца «Адара», театр пародии «Вип-шоу», вокалисты Юлия Авраменко и Илья Хонда. И кроме того, еще наши ведущие, участники проекта «Танцы со звездами».